93-го года рождения, представляет город Кольное. Тренируется в спортклубе «Атлант». Боксом занимается 2 года. Провел 7 боев, в 3 одержал победу. Спортивная цель Владислава – это выступление на Олимпийских играх. Тренируется под руководством мастера спорта Владимира Ивановича Стеценко и Богдана Сергюченко. Хорошо. Прошу,
Боксом занимается один год, учет боев не ведет. Спортивная цель Станислава – перемогти на данных змаганиях. Тренируется под руководством мастера спорта Игоря Приходько. Завтра начало соревнований в 10 часов финальные пары чемпионата Черкасской области по боксу среди чоловіків. Давай!
Там працюють. Ще раз, Руслан, дьорнув, і все одно.